Сегодня православный мир отмечает один из главных своих праздников – введение во храм Пресвятой Богородицы. Он посвящен событию жизни Марии, Матери Христа. В возрасте 3 лет родители впервые отвели ее в храм, где ей позволили войти во внутренний алтарь, куда обычно допускался только первосвященник. Так, согласно христианскому толкованию, была предопределена важная роль Марии в истории человечества. В храмах края сегодня ночью прошли торжественные молебны. Митрополит Барнаульский Алтайский Сергий совершил всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе в Барнауле. Сегодня по традиции многие верующие приведут своих детей на первую исповедь. Также именно 4 декабря христиане начинают готовиться к главному своему празднику – Рождеству.